Операция «Под градусом». Уголовное дело врача-анестезиолога Ильинской центральной районной больницы Вельготского района передано в суд. Медик в состоянии алкогольного опьянения во время проведения операции неправильно ввел пациентке интубационную трубку и ошибочно выбрал тип анестезии. В итоге 34-летняя пациентка впала в кому и скончалась. Сегодня в отношении врача утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд. По просьбе обвиняемого его рассмотрят в особом порядке. На сегодняшний день обвиняемый работает, он находится на подписке о невыезде. Статья 109, часть 2, предусматривает санкции наказания. Это значит до 3 лет лишения свободы, максимальная санкция, с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на тот же срок.